Всем привет еще раз, дорогие зрители. Я сегодня для вас записываю аудиообращение к вам. Не знаю зачем, но мне так захотелось. В общем, после записи видеоролика, где я играл в Luna Game Reformer 3, я хочу высказаться про саму игру. Потому что эта игра капец какая страшная. Вы в некоторых моментах увидите, где я пугался. Настолько пугался, что это даже постановой даже назвать нельзя. У меня руки и ноги аж дрожат. Даже не знаю, у меня сейчас приплетаются слова, я даже не могу высказать ничего. Ну, в общем, надеюсь, вы меня поняли. В общем, приятного вам просмотра, поехали. Ох, блядь. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Никита Евгеньевич Сусленков, это мой канал Колосс ТВ, и вы уж извините за то, что я не появился так долго на канале, потому что я пересдавал экзамены, скорее я подготавливался к экзамену, потому что я в 9 классе состою, и так все понятно. В общем, сегодня сейчас темнеет, и в общем... Сегодня мы сейчас будем реально играть в игру под названием Luna Game Reformer 3. И ёб твою мать, вы посмотрите, там у этого значка, там изображена принцесса Луна без глаз. Ебать, крипово уже. Ладно, давайте запустим. На всякий случай. Да, запусти, чё тут? Какая музыка. Ладно, давайте начинать. Фу, меня просто переполняют эмоции, если честно. О, вот это да, музыка меня расслабляет. Просто это классная музыка. Что-то наподобие Initial D. Ну, или Initial D, ну, вы сами понимаете. Меня что-то эта музыка что-то успокаивает. Хотя игра страшная, а еще и короткая. Надеюсь, короткое видео будет, как и сама игра. Ладно. Что ж, прыгаем, ёб твою мать! За ВДВ нахуй! Люблю я шутить, конечно, про ВДВ. Нихуя себе! Мы разбились насмерть. О, стук сердца слышно. Чё, игра вылетела? О, оно запустилось заново. I should have been this way. It should have never ended this. А, ну я не буду это читать, понятное дело. Тут со мной что-то нога говорит. Now let's have fun. Да, ты ёбаный в рот, сука. Залга, вернулся. Хуя себе, О, меня переполняют эмоции аж. Ебать, ребята. Охуеть! Я в ахуе! Уровень стал красный. Это один и тот же уровень, но он только красный, Я просто смотрел Сергофана. Когда я играю, меня почему-то пугаюсь опять. Почему-то я пугаюсь, а Сергофан тоже, пугается. Ну, я просто хочу, нервишки пощекотать. Хуя себе, Ладно, заново прыгаем. За ВДВ, нахуй! Куда? Что за нахуй? Съебись, компа, нахуй, сатанище! Нихуя себе, ты чё, Мышка еще ёбнулась, О, сука, ну и звук, О, ребята, это пиздец. Сука, ты чё творишь? Нихуя себе! Извиняюсь, я много матерюсь, Эта игра реально, какая-то, бешеная, нахуй, противная, стала еще, сука. Че Луна Гейм такая, Меня даже не пугал сама прология, Так, что тут? О, кубики! Кубики. Сука, тихо, Не падай, сука, духом. Сука, как ты ебуть, нахуй? И здесь туда прыгаем. You should have no... Чё там? О, Ебать! Куда идти?
Сука, почему здесь так темно? О, Twilight? Princess, please help me. Чё за... Сука, сука, блядь! Иди нахуй! Съебись, компа, нахуй, сатана! Блядь! А, блядь, сатана, съебись! Съебись, нахуй! Съебался, нахуй, блядь, с компа, блядь! О, сука! А, нахуй, блядь, нахуй, 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 блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! А! Сука, швабра, блядь, упала, нахуй! О, блядь! Съебись, сатана! Так, нахуй, блядь, я удаляю нахуй эту игру, блядь. Съебись! Нахуй иди! О, блядь, ребята! Ой, блядь, аж задрожал, нахуй. О, блядь, нихуя себе! А, так, ничего не вылезет, а? Э? Ничего не вылезешь? Так. Так, блядь. Нет, вроде все нормально. Ебать, ребята, я в ахуе. Так, он под систему не попал. А то я как помню, я играл в Лунагейм прологи, а у меня, блядь, такая же, блядь, хуйня при встрече. Сейчас, блядь, еще крик будет, нахуй. Нет, не, вроде все нормально, фух. Фух, блядь. Фух, блядь, ебать. О, блядь, нихуя себе. Вот это, блядь, помотал, сука, нервишки, блядь. Извиняюсь за много матов, блядь, но это пиздец. Фу, блядь. Надеюсь, это все. Да, я тут просто каргазы еще смотрю, ладно, фу, блядь. Что ж, ребята, как бы вам такое сказать? Если вы посмотрели мой данный ролик, не забудьте подписаться на мой канал и вступать в мою группу ВКонтакте, а также подписаться на мой канал. Вроде я это уже говорил, нет? Нет, я вроде не говорил, у меня просто, блядь, нервы, сука, шатаются, блядь. Видите, блядь, у меня аж руки подрожали, нахуй, о, блядь. Что ж, ребята, всем пока и до новых встреч, увидимся.